Сегодня, за несколько дней до матча с Кубанью, у болельщиков Краснодара был необычный и даже в чем-то праздничный день. А именно, возможность побывать на тренировке своей любимой команды. Краснодар! На протяжении всего занятия поклонники горожан наблюдали за его ходом, отмечая для себя наиболее интересные моменты. По окончании тренировки представители краснодарской торсиды получили возможность лично пообщаться с футболистами и тренерским составом. Те, в свою очередь, с удовольствием раздавали автографы, фотографировались и отвечали на вопросы болельщиков. А краснодарского голкипера Андрея Синицына ждал еще и подарок – шарф с памятной надписью. И особенно важно, что этот презент был преподнесен вратарю накануне ответственного матча с Кубанью. И болельщикам будет как бы больше стимул поддерживать, да, и нам, то есть более ответственно подходить к своему делу, более концентрированно. Думаю, это, ну, опять же, положительно скажется. Ну, будет интересная игра, напряженная, с обилием, думаю, моментов, да, то есть будет зрелищный матч. We'll be right back.